откройте, пожалуйста, дверь. У вас работает домофон? Сейчас попробую. Да, дверь работает, все нормально. Жителям дома на улице Кирова, 6, вернули возможность пользоваться домофоном. Несколько месяцев назад управляющая компания заключила договор с новой организацией. В отместку уже нелегальный провайдер отключил в доме оборудование. Из-за этого в квартиру в доме долго не могли попасть врачи к больному ребенку. По словам жительницы дома Елены Головиной, страдают и пенсионеры, которые также обращаются за помощью. Это очень неудобно. Неудобно врача не вызвать. Мы просто и не вызывали, нас хорошо, слава богу, мы не болели в это время, но все равно это было все-таки неприятно. Думаю, сейчас заболеешь, и даже врача не вызвать, и как оно зайдет. В общем, достаточно неудобно, и я уже даже потеряла надежду. Спасибо, все-таки отремонтировали. Теперь все работает исправно. Легальный провайдер установил новую панель домофона и коммутатор, который распределяет звонки по квартирам. По словам директора новоиспеченного провайдера, действия прежней организации незаконны. Компания не имеет права отключать, так скажем, жильцов от этих систем, тем более эти трубка принадлежит и оборудование принадлежит жильцу. То есть здесь налицо незаконные действия о безопасности. Управляющая компания и интехавтоматизация здесь занимаются обслуживанием домофонов. И все платежи идут в единой квитанции, ЕПД так называемые. И жильцы регулярно это все оплачивают. Руководство компании интехавтоматизация отметило, что работники нелегальных домофонных компаний подкладывают в почтовые ящики квитанции с реквизитами. Эти счета оплачивать не стоит. А в случае неисправности оборудования следует звонить по номерам действующих компаний, указанных в едином платежном документе.